Сокрушительное ДТП под Пересыпским мостом. Половина кабины трамвая всмятку. В районе улицы Черноморского казачества вагон первого маршрута столкнулся с полуприцепом грузовика. Удар был такой силы, что у трамвая оторвало переднюю часть корпуса, выбило стекла, а сам электротранспорт сошел с рельсов. В результате аварии жертв и пострадавших не было. Движение трамвая по первому и седьмому маршрутам временно приостановили. Но к 4 часам вечера, по информации Горэлектротранса, его полностью восстановили.